Друзья, приветствую вас на нашем канале. Сегодня хочу вам показать один гриб, который в эти выходные мы насобирали вместе с остальными грибами. И этот гриб очень уникальный. Уникален он тем, что растет он в северной части Америки, ну и, конечно же, в Канаде. Этот гриб называется амар. Он, чем он интересен? Тем, что вот он такого характерного оранжевого, ярко-оранжевого цвета. Он имеет два названия: амар и лобстер. Ну, такой сладковатый запах, но при приготовлении запах у него запах вареного амара, лобстера, краба, креветки, раков. В общем, все, что связано с раком. Поехали. Для начала я его отварю. Варить я его буду после кипения 10 минут, а потом обжарю. При варке грязную пенку снимаем. Запах в самом деле стоит такой характерно, как при варке раков. Сейчас буду сливать воду, промывать и готовить к жарке. Предварительно нарезал уже лука. Итак, мой гриб прошел уже термообработку. Он у меня достаточно отварился, стал вот таким. Он сохраняет свою упругость. И сейчас я хочу нарезать его соломкой для того, чтобы было удобно жарить. Жарить буду на сливочном масле вместе с луком. Сковородка нагрелась. И высыпаю сюда своих амаров. Этот гриб здесь очень популярный. Его можно встречать в магазинах. Его маринуют. В общем, употребляется пища, он довольно-таки широко. Ну, конечно, те, кто знает. Ну, вот мы тоже знаем. И делимся с вами секретами. Засыпаю лучок. Сейчас я закрываю все это крышкой и буду периодически заглядывать, помешивать гриб. Почему я кидаю лук сразу, а не потом? Ну, хочу, чтобы вот этот гриб вместе с лучком, как бы, чтобы они пустили сок и вот обогатились друг другом. Я еще не солю, солить буду по концовочке. Ребята, очень вкусные. Такой насыщенный вкус. Просто изумительный. Это бесподобный гриб. Я его подсолю буквально чуть-чуть и буду выключать. Очень-очень насыщенный вкус. Очень. Много солить не буду. Вот этого достаточно. Вот и все. Приятного всем аппетита!